кипиш. Собираемся побыстренько. А, вот. Я расчехлился. Камера, мотор. Да, я не записывал. Рома, готов к записи? Только-только проснулись. Мы собираемся ехать кататься на сноубордах. По снегу. Самый настоящий снег в Дубае. Наша карета. Сегодня особенный день. Сейчас посмотрим. Я записываю. Для батарейки нормально там? Где батарейки? Батарейки на телефоне. Так. У меня показывает погода в Дубае 40 градусов. Индекс тепла 41 градус. Вот этот спуск скрытый. Ски Дубай. Скоро туда зайдем. Добрались до спуска. Слушай, а людей там много будет, походу. Смотри, ходят. Рома куда-то ушел. Получили вот такие крутые куртяки. Мигаю. Сейчас будем переодеваться. У меня какая-то фигня с моим ящичком. Я не могу его закрыть. Ты где? Ты не видишь, что не взял? Они вообще как маленькие, пиздец как маленькие. Ну, может, она перепутала? Ну да, они поменьше. Как это? Носки такие длинные. Слушай, что это за носки? Просто это. Да. Это что-то надо. Нет, но у них даже формы нету. Зато зачетные ботинки нам достались. Вот такие боты. А еще мы прикупили вот такие фирменные перчаточки. Ски Дубаи. По 50 дирхамчиков. Более-менее качественные. Как вам мой наряд? Что это? Перчатки не забыл. Здесь стоит правая. Получаем сноуборды. Я уже получил. О, смотри. Смотри. Такая мягенькая дека. Main slow. Вот мы преодолели кучу сложностей. Полчаса стояли в гребаной очереди, чтобы получить одежду и сноуборды. И заходим. В зиму. Прямо в зимушку, зиму. Вот он, этот снежочек. Крутяк. Я бы не сказал, что здесь тепло. Здесь не тепло, но здесь круто. Это снег. Это просто крутяк. Ребята, мы просто только что из 40-градусной жары вошли в минус 10, в мороз. Прямо в центре Дубая. Такая мини-Буковель, мини-Карпаты. Я прям за спиной. Как я по этому скучал, вы не поверите. Здесь даже прохладно, сейчас одену курточку. В общем, и вот мы поднимаемся. Неудобные креселка. Очень удобные. Кто? Бугель. А, бугель. Кстати, можно на бугеле подниматься, реально. Неудобная креселка, потому что нога висит, ее некуда поставить. Людей относительно немного вообще. Смотри, борт вывалится. Слушай, ну склон нормальный, он там еще выше идет. Я думал, это все.
Да практически как в Славском. Город Славске. Карпаты. Карпатская область. Ну вот наконец-то на самую верхушечку забрались. Сейчас пристегиваемся. У меня расстегиваются штаны. Ну чё, Ромыч, давай. Ты готов? Готов. Что-то он еле едет, а? Это снег, блин. Ёб твою мать. Приходится прыгать. Ич. Как первые впечатления? А? Холодно, воду перестали, башни. И ничего не видно, я на мугель пошел. Супер ощущение после каталочки одеть шорты. Исчерпали все силы, накатались, очень круто. Классно из зимы опять выйти обратно в лето, вообще нереальное ощущение такое. Че еще? А, ну эта тема обошлась где-то $100 нам, чтобы покататься на целый день. Скипасы. Очень круто, всем советую. Где припарковался? А вот там мы катались сегодня. Вот так. Самодельный.